Махмед Каирбаев, командир батареи 712-го истребительно-противотанкового артиллерийского полка, старший лейтенант. Август 1944 год. В районе литовского города Шауляй немцы пытались приостановить успешное наступление наших подразделений. Фашисты бросили в бой несколько десятков танков. Разгорелась горячая схватка. В неравном бою был выведен из строя весь офицерский состав. В этот момент Махмед Каирбаев взял командование батареи на себя, организовал круговую оборону и отразил 7 контратак противника. В этой битве старший лейтенант с личным составом уничтожил 3 танка, 2 самоходки, истребил до 100 немецких солдат и офицеров. Уроженец Семипалатинской области Махмед Каирбаев показал образец стойкости, отваги и мужества. Фашисты не прошли на Шауляй. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года старшему лейтенанту Махмеду Каирбаеву было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая звезда».